Ну что, всем салют, меня зовут Сулейман, и именно сегодня мы посмотрим с вами четвертьфиналы и полуфиналы фиджитал игр по баскетболу. Соответственно, сегодня мы узнаем финалистов, безумно интересно. Давайте следить вместе и с кем-нибудь точно удастся пообщаться. Четвертьфиналы. Are you ready? Yeah, we're ready. We were born ready. Hello, my brother. Hello, my friend. So, what's your name, firstly? My name is Xie. My first name is Xie. Xie. Xian Qi. Xian Qi. Xian Qi. Смотри, один на один. Играли бы LeBron James и... О, давай Коби Брайан. Кто бы выиграл? Ну, сложно, конечно, сложно. Это почти мама или папа. Да. А кто мама, кто папа тут? Нет, здесь моя супруга. Xie. Xie Xian Qi. Сделай, как будто я ее на ручке держу. Я вот так тоже уходить буду. Xie. Xian Qi. Xian Qi. Yeah. Только что экзамен сдал по китайскому. Which team do you face? The White Russia. Russia? Russia, yeah. White Russia? You mean... I don't know how to speak that. You mean Belarus? Yeah, Belarus. I'm sorry. Del? No. Can I play some NBA with you? You can play with me. Are you good at cooking? It's gonna be my first time playing. First time? Yes, the first time too. Maybe you can play with me. Do you want to play some? Yeah. No? Let's go. Yeah. Oh, сейчас меня разнесут. Прикиньте, я выиграл 9-11 полуфиналиста Fidgetal игр, играя в NBA 2K впервые в жизни. Унизительно ли это для него? Безгранично. Обалденно ли это от меня? Да я вообще сейчас все закончу. Я... Работайте сами, ладно? Все. Это были фиджитал игры, блин, очень круто, четвертьфиналы, полуфиналы, супер, завтра финалы, матч на третье место, one more time, let's go. Короче, блин, следите, это очень круто!